Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про вздутие, про газы и обсудим, как можно улучшить работу кишечника. Одна из частых жалоб пациентов на приеме – это жалобы на вздутие, газовое образование, боли в желудке, в кишечнике и невозможность из-за этого полноценно соблюдать диету и вовремя принимать все необходимые препараты и витамины. Почему возникает газообразование? Если рассмотреть процесс пищеварения, то... В процессе пищеварения принимают участие не только структуры нашего тела, то есть печень, поджелудочная железа, ферменты, желчь, а еще и принимают участие микробактерии, микробиота кишечника, то есть те микроорганизмы, которые населяют наш желудочно-кишечный тракт. И в процессе жизнедеятельности микроорганизмов, в процессе пищеварения, естественным образом образуется небольшое количество побочных газов. Кроме того, когда мы едим, когда мы пьем, особенно это касается газировок, мы заглатываем небольшое количество воздуха. Именно поэтому, да, действительно, в нашем желудочно-кишечном тракте в норме может быть умеренное количество воздуха. И как говорят гастроэнтерологи, нормальное отделение газов для здорового человека это от 10 до 20 раз за сутки но нормальное отделение газов не вызывает дискомфорт. То есть, да, человек может иметь газообразование в норме умеренное до полутора литров в сутки, но норма – это когда газы отделяются без дискомфорта, без рези, без огромного вздутого живота, и газы не имеют выраженных неприятных запахов. Если же у человека имеются боли, рези, вот этот вот огромный, вываливающийся вздутый живот это не норма. Какие причины повышенного газообразования? Физиологические или нормальные причины это заглатывание воздуха с пищей. Когда мы едим на ходу, едим за рулем, едим во время перерыва на работе, у нас перерыв 3 минуты, мы тут отвечаем начальнику, параллельно еще разговариваем с коллегой и вот на ходу жуем, мы заглатываем воздух. Избыточное употребление газированных напитков повышает газообразование. Кроме того, когда у нас нарушена микробиота кишечника, это тоже частая ситуация, после антибиотиков после вирусных и бактериальных инфекций, после кишечных инфекций нарушается микробиота, повышается газообразование. Ну и также важно понимать, что у нас есть обмен газов в тканях, что также может повышать газообразование. Но очень часто у людей именно патологическое газообразование встречается, когда действительно слишком много газообразования, боли, вздутия и неприятный запах. Соответственно, какие причины патологического газообразования? Первое, выраженное нарушение микробиоты кишечника, то есть синдром избыточного бактериального роста, так называемый СИБР. Второе, это неадекватный режим питания, когда человек смешивает между собой те продукты, которые тяжело переварить. К примеру, съел жирное мясо, тут же его залил холодным молоком, наелся кучу фруктов, добавил туда соленый огурец. То есть человек смешивает продукты, которые не нужно смешивать. Естественно, возникает дискомфорт газообразования. Кроме того, патологическое газообразование бывает на фоне пищевых непереносимостей. К примеру, у многих взрослых людей с возрастом снижается количество фермента лактазы. Это фермент, который расщепляет молочный сахар лактозу. И в итоге взрослый человек, ну то есть 35 плюс обычно это происходит, пьет молоко, у него вздутие, газы, жидкий стул. Пьет йогурт, кефир, то же самое. То есть этот человек не может расщеплять молочный сахар, лактозу. То есть ему надо либо выбирать безлактозные молочные продукты, либо, например, альтернативные виды молока, кокосовое молоко, миндальное молоко и так далее. Часть людей есть, которые плохо переносят бобовые. Бобы, фасоль, нут, чечевицу тоже будет газообразование. Часть людей плохо переносят капусту, крестоцветные, да, хоть свежую, хоть соответственно, квашеную, да, тоже будет газообразование. Если у вас есть какие-либо пищевые непереносимости – учитывайте их и либо исключайте эти продукты из рациона, либо корректируйте состояние желудочно-кишечного тракта с гастроэнтерологом. То есть можно улучшать выработку ферментов, можно улучшать микробиоту кишечника. Кроме того, патологическое избыточное количество газов может быть при нарушении моторики желудочно-кишечного тракта, то есть при нарушенном продвижении пищи по кишечнику. Как понять, что в норме моторика? При нормальной моторике у нас чистота стула – это каждый день. То есть в норме при хорошей работе ЖКТ человек ходит по большому ежедневно. Если у человека запоры по два дня, по три дня, то есть у него нет ежедневной дефекации, то это уже вопросы к гастроэнтерологу. Почему? Почему проблема с моторикой из-за заболевания желудочно-кишечного тракта? из-за дефицита мышечной массы, такое часто бывает с возрастом. Либо же, например, из-за гипотереоза, из-за сниженной функции щитовидки у человека не только слабость, сонливость, у человека также замедляется моторика ЖКТ, возникают запоры. И как следствие нарушенной моторики, также у человека плюсом развивается нарушение микробиоты кишечника, появляется газообразование. Поэтому, друзья, если это ваша проблема, во-первых, отследите, что и когда вы кушаете. Вспоминаем нормальный размер порции. Он равен двум сложенным вместе ладоням. Это размер желудка взрослого человека. То есть у женщины 450-550, у мужчин 550-650 мл. То есть вот это наша пища на один прием. Не гиперпорции, а умеренные порции. Поэтому отследите, как вы кушаете, не заглатываете ли вы воздух не злоупотребляете ли вы газировками, какой у вас объем порции, есть ли у вас пищевые непереносимости, если есть то на какие продукты, если при нормализации режима питания, исключения непереносимости, все равно есть повышенное газообразование, тогда обращаемся к врачу-гастроэнтерологу и восстанавливаем микробиоту кишечника выработку ферментов пищеварительных выработку желчи и моторику кишечника и на фоне такой работы наше пищеваренья приходит в норму восстанавливать пищеваренье полезно в любом возрасте потому что те лекарственные препараты те витамины микроэлементы которые вы пьете, по-разному усваиваются в зависимости от работы вашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому желудочно-кишечный тракт нам также важен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!